Здравствуйте всем, привет всем, мои родные, мои дорогие подписчики. Я нашел новый вискас. Вискас, томатное желе, домашняя птица, говядина, аппетитный микс. Вот это балдеж! Открываем, попробуем, оценим, продегустируем на вкус и аромат. Вискас с новым вкусом. На первых вкусах он отличается от обычного вискаса, от куриного, от просто с говядиной. Томат чувствуется, птица вообще балдежная, говядина, все в раз, микс. Как вкусно! Наконец-то я нашел новый вкус вискаса. Они как...